Глава 10. Книги притчей Соломоновых. Притчи Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый — огорчение для его матери. Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета — сын разумный, спящий же во время жатвы — сын беспутный. Благословение на голове праведника, уста же беззаконных заградит насилие. Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. Уста праведника — источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого — розга. Мудрые сберегают знания, но уста глупого — близкая погибель. Имущество богатого — крепкий город его, беда для бедных — скудость их. Труды праведного — к жизни. Успех нечестивого — ко греху. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, и кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Отборное серебро — язык праведного. Сердце же нечестивых — ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Благословение Господне — оно обогащает и печали с собою не приносит. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Как проносится вихрь, так нет больше нечестивого, а праведник на вечном основании. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Ожидание праведников — радость, а надежда нечестивых погибнет. Путь Господень — твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Праведник вовеки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых — развращенные.